вас началось? С сентября того года я только и делала, что ждала одного мужчину. Я только им жила, его звонками мерила время. Было приятно? Очень. У него шикарное тело и такая задница. Алло? Увидимся. Как ты. Как мы. Но он женат. Гораздо моложе тебя, Элен. Все это не важно. Мне что, сидеть тут? И вечно ждать тебя? Сними ее и больше не надевай. This is the beginning. Какое нормально? У тебя крыша поехала. Что ты творишь, Элен? Пожалуйста. Нет. Когда мужчины получают то, что хотят, они начинают паниковать и ведут себя гадко. Новых сообщений нет. Это ведь не в последний раз. Почему ты так смотришь, если тебе все равно? Nothing lasts forever.